Союз юристов Чувашской республики открыл общественную приемную, где граждане могут получить правовую помощь бесплатно. В первую очередь здесь помогут социально незащищенные категории лиц. Это инвалиды первой и второй группы, малоимущие, дети-инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны. Кристина решила воспользоваться этим правом, чтобы узнать, как разрешить конфликт с работодателем. Я работала на полставки у одного руководителя. Он обещал не одну зарплату, а выплатил совсем другую. Вот, и я пришла в эту организацию, чтобы узнать, что мне делать, как получить обратно свои деньги. Союз юристов существует уже 5 лет. Он объединяет юристов-практиков, преподавателей, государственных служащих, представителей бизнеса. Открыв приемную, общественная организация решила держать под контролем особенно важные проблемы, волнующие общество. Этого требует федеральный и региональный закон о бесплатной юридической помощи. Правоведов поддерживает правительство республики. Основными направлениями Союза юристов Чувашской республики является оказание бесплатной юридической помощи и правовое просвещение, общественный контроль и мониторинг правоприменения. В настоящее время в этот реестр включены 7 некоммерческих организаций Чувашской республики, которые оказывают достаточно широкий спектр социальных услуг. Общественная организация «Союз юристов Чувашской республики», которая сегодня открывает вот эту общественную приемную, первая в Российской Федерации получила статус исполнителя общественно полезных услуг в сфере оказания бесплатной юридической помощи. Мария Федорова, Юрий Марков, Республика.